Впервые за долгое время число новых случаев коронавируса в России ниже 28 тысяч. Такого не было с начала октября. При этом тех, кто выписаны с выздоровлением, больше 37 тысяч человек. 1080, к сожалению, скончались. В Тюменской области не смогли справиться с опасным вирусом 14 пациентов. Что касается заболеваемости в регионе, она идет на спад. За сутки положительный результат показали 302 теста. А вот тех, кто выздоровел, почти 600 человек. Это данные федерального оперативного штаба.